Уважаемые друзья, сейчас на ваших экранах вы видите не конструкцию из фильма «Кин-дза-дза». Эта штука не летает. Это и есть тот супермангал, о котором я так много уже вам говорил. Принцип действия моего супермангала основан на принципе действия обыкновенной кухонной духовки. Универсальный супермангал состоит из, из больших трех частей. Первая часть – это топка. Камера сгорания, топка, называйте ее как угодно, представляет собой металлический ящик с открытым верхом, с металлическим дном, и на передней части дверца, которая может закрываться. Сверху расположена камера для запекания. Камера для запекания состоит из двух частей, которые могут рассоединяться. Нижняя часть представляет собой, собственно говоря, мангал. Классический железный ящик с дном, с прорезями в нижней части для поступления воздуха. Классический мангал. Секретом является то, что эта нижняя часть накрывается верхней частью камеры для запекания. И вторая часть имеет полукруглую форму. Вот такая она объемная, из расчета того, чтобы здесь мог поместиться поросенок или большой кусок мяса. Отличительной особенностью является то, что вот здесь по сторонам, приваренные к корпусу мангала, есть такие вот стоечки, на которых располагается, собственно говоря, вертел. Вы видите фиксирующие детали, которые удерживают мясо от проворачивания. Здесь у меня вот предполагается, что здесь тушка, здесь тушка, здесь тушка. То есть весь жар, который поступает снизу, он не улетучивается, не сдувается ветром. Весь этот жар в процессе того, как пламя прорывается вот со всех сторон между, вот здесь, между стенкой того наружного ящика и мангалом, и как бы окутывает пламенем. Вот я сейчас более подробно показываю. Вот этот мангал с колпаком, он служит духовкой. Ну, я еще скажу, что на дно мангала я ложу несколько палочек фруктового дерева, чтобы давало дымок. И вот там в глубине мы видим огонь со всех сторон мангала. Нагревает и создается эффект духовки, классической духовки. Температура повышается, равномерный нагрев, теплый воздух никуда не уходит и происходит равномерное прожаривание мяса. Хочу особо уточнить, что запекание мяса в супермангале осуществляется только на дровах фруктовых пород, потому что в процессе горения выделяется не только жар, но и дым, для которого мы делаем отверстия, прорези или щели в днище супермангала. Мы обеспечиваем свободный доступ дыма под колпак супермангала. Благодаря этому мясо запекается в жаркой раскаленной атмосфере, в присутствии большого количества дыма. Так что конечный продукт у нас получается не просто прожаренный, как в комнатной духовке какой-то, а он еще имеет вкус горячего копчения. Если мы будем запекать мясо на маленьком огне большое количество времени, скажем, курочку не полтора часа, а 3,5,
то эта курица будет оставаться такой же сочной, такой же вкусной, но она будет больше похожа на копченость. Ну и, соответственно, если мы хотим просто курицу-гриль с запахом дымка, мы будем запекать ее 1,5 часа, там, 1,20 часа, в зависимости от размера, ну, и силы огня. Процесс запекания не требует постоянного присутствия, потому что, несмотря на то, что по сторонам имеется прорезь для вертела, маленькие дырочки, о которых я рассказывал, здесь не может возникнуть огонь, потому что здесь, во время жарки, заведомо недостаточное количество кислорода для того, чтобы загорелись пары вот того жира, который капает с мяса. Поэтому можно без всяких предосторожностей бросать на 15 минут и уходить по своим делам, заботам. Приходить время от времени, переворачивать мясо и снова уходить. И забирать уже по истечении времени готовый продукт. Для фиксирования вертела с мясом в нужном положении существует вот такое сложное вот приспособление. По его конструкции я рассказывал. Единственное, что вот внизу штифт. Мы проворачиваем на нужный угол вот здесь и надвигаем вот так вот на штифт. Все. В нужном положении зафиксировано. Если нам нужно еще провернуть, мы еще проворачиваем и уже на другом отверстии это фиксируем. Для переоборудования супермангала под копчение мяса и рыбы мы применяем вот такую вот вставочку. Она закрывает вот ту самую щель, через которую прорывается пламя при запекании гриль и шашлыка. Но в то же время отверстие это меньше, чем размер мангала. Принцип действия коптильной камеры такой. Вот сюда. В топку мы загружаем много дров фруктовых пород дерева. Корневища, сучья набиваем и разжигаем. Как только мы увидели, что достаточно хорошо огонь разгорелся и уже не прекратится горение, мы закрываем топку. Закрываем. Наша задача минимализировать, сделать так, чтобы воздух извне не поступал в камеру сгорания. Дрова должны тлеть и давать дым. Если вы обратили внимание, конструктивно дверца изготовлена так, что вот здесь зазоры очень маленькие. И здесь заходит уголок в уголок. То есть приток воздуха здесь будет минимальный. Если я пожелаю еще больше ограничить приток воздуха, я здесь могу каким-то, может быть, асбестом, минватой, шпательком затрамбовать вот эти щели. Или замазать песчаным раствором глины. И тогда будет здесь обеспечена герметичность. Вот эта вставка, она не прилегает герметично. Нам надо также ограничить приток воздуха отсюда. Для этого я применяю то ли обычную рассыпчатую землю, то ли песок. И вот так мы делаем со всех сторон, чтобы не было щелей. Все щели должны быть засыпаны, затрамбованы, расправлены. Притока воздуха не должно быть. Дым в коптильную камеру проникает через прорези в днище. И благодаря тому, что
Вот этот нижний лист, дно мангала, оно не приварено, и оно свободно, свободно движется. И естественно, от высокой температуры снизу его повело. Вот смотрите, оно шатается. Соответственно, вот здесь есть щели. Через эти щели проникает дым. Мясо для копчения можно располагать по-разному. Я приспособился по-разному. Во-первых, если это птица или такие куски мяса, которые подходят по моему замыслу, я располагаю на вертеле так же само, как для гриль. Я располагаю, допустим, курей, и я их копчу. Если, допустим, вот я запекал вот такую вот рыбину, это был фаршированный толстолоб. Вот. Я применял вот такую вот сетку, я применял вот такие прутики. Здесь вот с нижней стороны у меня просверлены дырочки. Я ставлю сюда прутик. Я ставлю второй прутик. Я располагаю вот такую вот сеточку. Я ложил сюда рыбину. И это все коптилось. Если мне надо закоптить такие полоски бочины, свиной бочины, я делал так. Вот обратите внимание, в крышке есть такая вот проволочка с крючьями. На эти крючья можно повесить. В принципе, здесь есть возможность поставить еще два таких прутка и тоже с крючьями. Это на тот случай, если вам понадобится коптить горячим копчением много рыбы. Допустим, если я здесь поставлю три прутика и на каждый из них повешу еще по 10 крючьев, одновременно сможет коптиться, она будет вот так перекинута, и рыбка эта будет висеть вертикально. Одновременно я смогу коптить, ну, допустим, 30 и больше рыбин одновременно. После того, как мясо уже подготовлено к копчению, наша работа на этом заканчивается. Мы опускаем крышку. Мы опускаем крышку, закрываем и идем спать, если это мясо. Потому что копчение мяса обычно занимает часов 7-8, в зависимости от толщины. Если это крупный окорок, это может растянуться и на 10, и на больше часов. Копчение рыбы занимает от 3 до 4 часов, тоже в зависимости от размера. То есть вот это мы все сделали. Если мы все это засыпали, это обеспечили герметичность, пламя там не будет разгораться, температура здесь не будет превышать 50 градусов, и концентрация дыма будет вполне нормальная для нормального копчения. То есть с утреца вы встаете, смотрите так на свой уголок отдыха и смотрите, что дымок уже идет совсем слабенький. Вы подходите, поднимаете крышку и о чудо! Продукт уже готов. Еще хочу возвратиться к вопросу о дровах для копчения. Еще раз повторяю, для копчения используются только толстые куски, плотные. Это хорошо, когда корневище, это хорошо, когда именно какие-то чурки со столбура, то, чтобы варить долго. Именно толстые части дерева. И набивать надо побольше, по самое, сколько влезет. Третий вариант использования супермангала подразумевает приготовление первых-вторых блюд на открытом воздухе. Я уже говорил, что при конструировании камеры сгорания вот эту решетку из арматуры я этот размер рассчитывал таким образом, чтобы сюда вставал котелок. Где-то в средней его части, чтобы он не проваливался слишком глубоко и чтобы он не был на поверхности. Вот это я считаю как раз
самый удобный размер. Это для первых блюд. Это кулеш. Какой здесь получается вкусный кулеш? Это для ухи. Какая здесь бывает вкусная уха? Какая здесь была вкусная шурпа? Кроме того, ребята, это, конечно, не узбекский казан. Это как бы адаптированный вариант для приготовления плова. Но поверьте мне на слово, какой здесь получается плов? Ну, наверное, не хуже узбекского. Рассыпчатый, вкусный, с дымком. Дерзайте, пробуйте. Это прекрасно, это вкусно, это просто. Человек всегда стремится к усовершенствованию того, что у него уже есть. Я вот таким вот образом, с помощью вот такой вот плиты, усовершенствовал процесс приготовления первых, вторых блюд. Если мы положим вот эту плиту таким вот образом, то, согласитесь, намного удобнее стал процесс установки котелка. При том, что пламя и дым уходят вот сюда, так что неизбежно то, что у нас здесь готовится, будет получаться с дымком. Но здесь мы выигрываем за счет того, что котелок у нас получается не закопченным. И отпадает надобность такой неприятной процедуры, как чистка котелка. В режиме приготовления шашлыка супермангал работает следующим образом. Мы вот сюда непосредственно в мангал накладываем дров, зажигаем и ждем, покуда она перегорит. Или ложим уже готовый уголь покупной. Это уже как у кого, какие возможности и желания. Вот. Сверху ложим шампура с мясом и готовим классическим образом шашлык. Это когда мы находимся здесь рядом, мы хотим посмотреть, как жарится мясо. Но в большинстве случаев бывает так, что нам некогда стоять и ждать, покуда поджарится это мясо. Тогда все решается гораздо проще. Над готовым жаром располагаем шампура с мясом и накрываем. Накрываем крышкой. И уходим на 15 минут. Через 15 минут приходим, поднимаем, переворачиваем. Другим боком снова накрываем и уходим на 15 минут. В итоге через полчаса мы приходим, забираем готовый шашлык. Прожаренный, сочный, ароматный, брыжущий жиром, влагой, сочный. Забираем, он уже готовый. То есть над ним не надо стоять, не надо ждать с водичкой. Он никогда не сгорит, он никогда не засохнет. Это оптимальный вариант для приготовления большого количества без уделения какого-либо дополнительного времени. Уважаемые друзья, сообщу вам, что сейчас конец зимы. Довольно-таки слякотно, противненько и холодно. Но пройдет еще 2-3 недели, появятся первоцветы, появится солнышко, будет тепло и радостно днем. Захочется на природу, захочется после зимней студ побыть на природе, захочется чего-то зажарить, и это будет днем. Но когда настанет вечер, вот здесь и наступает последний вид использования супермангала. Мы пододвинем поближе вот эти столы, мы пододвинем сюда поближе скамейки, здесь будет гореть огонь, здесь мы будем сидеть
возле огня и будем его использовать как летний или осенний, как вам нравится, камин. Чисто для пламени, чисто для души, чтобы видеть живой огонь и получать его тепло.